кажется, что вот народ интересный собирается вон там. Ну вот, журналисты. А журналисты, безусловно. Ну, ты же журналист. Господин. У меня 20 человек работает. 20. Они будут смотреть. Им очень неприятно. Полина Венедиктов. Господин Венедиктов, я не интервью, я прилетел из Праги специально на митинг сегодня. Хорошо, но митинг на болот. Я знаю. Очень приятно было встретиться. Это да. Этого я не ожидал. Давай.